Городской сад был заложен в нашем городе в первой половине 19 века. Почти одновременно со строительством крепости запланирован был как место для отдыха и гуляний. Однако время внесло коррективы. С середины 20 века он постепенно стал приходить в запустение. Восстановить свидетеля нашей истории – задача настоящего времени. На помощь городским коммунальным службам пришли волонтеры Брестского городского комитета БРСМ. В рамках городской молодежной волонтерской акции «Молодежь за чистый город» Белорусский республиканский союз молодежи объявил о проведении этой акции. И сегодня мы убираем территорию бывшего городского сада. Сегодня, конечно, и молодежь, и органы исполнительной власти прилагают максимум усилий для того, чтобы вдохнуть в этот зеленый островок нашего города новую жизнь. Ребята пришли сюда, что называется, по зову сердца. Волонтерам за работу не платят. Молодые люди уверены, каждый житель областного центра должен внести свой посильный вклад в наведение порядка на родной земле. У этого парка большая история. Мы хотим его вернуть в прежний вид и хотим, чтобы снова, так как раньше, гуляли люди, отдыхали в этом парке. Кому, как не нам, приводить этот город в порядок, потому что это наш город. И нам в нем жить. К слову, городской сад далеко не единственная брестская площадка, где трудятся БРСМовцы. Они принимают самое активное участие в строительстве и реконструкции многих значимых объектов, в уборке и расчистке территории. Занимаются наведением порядка, к примеру, в акваториях реки Муховец, на пляжах, а также в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».